поздравляем с последним звонком. Как хорошо быть выпускником! Стихи от первоклассников, поздравления от учителей. Самарский лицей авиационного профиля провожает своих выпускников. Для ребят этот солнечный майский день самый волнительный и в то же время грустный в жизни. Ну как я без них, без всех этих? Просто лучшие друзья с первого класса. Тут трудно будет расставаться со всеми, с учителями, с друзьями, с которыми прошли многое. Столько приятных моментов связано со школой. Знаю, 11 лет все-таки прошло. Поэтому как-то, с другой стороны, как бы новая жизнь начинается, университет. Лицей авиационного профиля – многократный победитель конкурса «Лучшие школы России». В этом году учебное заведение выпускает более 50 старшеклассников. Сам знак того, что вы выпускник лицея авиационного профиля, будет все время сопровождать вас повышенным вниманием, повышенной требовательностью и высокими ожиданиями. И я верю, что у вас высокие амбиции, потому что они, безусловно, помогут вам состояться в этой жизни. Впереди у бывших школьников ответственные экзамены. Уверяют, к ЕГЭ готовы, педагоги могут быть спокойны. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, «События».